Повязка-перчатка. Используется чаще всего при ожогах пальцев кисти, когда нужно изолировать один палец от другого. Для наложения повязки используется узкий бинт. Начинаем с фиксирующих циркулярных туров бинта. Затем начинаем с пальца, который находится справа по отношению к нам. Для правой руки это первый палец, для левой руки это, соответственно, пятый палец. Идем по дорсальной поверхности кисти на дистальную фалангу пальца. Затем циркулярными турами закрываем последовательно весь палец. И возвращаемся по дорсальной же поверхности на область лучезапястного сустава. Фиксирующий тур по дорсальной поверхности на кончик пальца. Спиральные туры. Возвращаемся по тыльной поверхности спиральные туры. Возвращаемся. Заканчиваем повязку фиксирующими циркулярными турами. При этом, как видите, ладонная поверхность должна остаться не забинтованной. Поставьте нам лайк и нажмите на колокольчик.